Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня в каске, так как пришел в район Махмутлар, где строится вот такой хороший один проект. Значит, застройщик новый на рынке, нидерландцы строят. Короче, как они мне объяснили, у них один, так как это новый проект, у них все качество на первом уровне, пользуются самыми хорошими стройматериалами первого класса. Состоит она из 4 блоков. Вот такая здесь блок Е, кажется, это тот блок Б. 4 блока. Прайс-лист у них второй. Я все фотки, ролики добавлю в этот ролик. Вы увидите всю инфраструктуру, которая будет присутствовать здесь. Здесь комнатки двухкомнатные большие. Начинаются там цены от 56 500 евро. Есть также рассрочка на 12 месяцев при оплате 40% наличными. Стройка идет полным ходом. Здесь будет присутствовать, где я стою, бассейн и другая инфраструктура. Все покажу в ролике. Так, потом мы пройдемся к управляющему этого строительства. Он все вам объяснит. Так, пройдемте в здание. Здесь эксклюзивное то, что расстояние до моря отсюда 470 метров максимум. Присутствует на этаже два лифта. Один тут, один там. Качество реально очень хорошее, я все проверил, отмерил жилую площадь даже все. Сейчас все конкретно расскажу. Так, здесь на этаже у нас 4 квартиры. Раз, два, три, 4. Боковые квартиры, они очень просторные. Покажу прайс-лист. Вот. Так, мы сейчас находимся на втором этаже. Здесь 84 квадратных метров. Брутто, жилая площадь 70 квадратных метров. Также здесь минимальная есть посередине 54 квадратных метров. Это напротив лифта. Вот, вот эти две квартиры напротив лифта. Вот. Вот здесь один тут, один с той стороны. Так, здесь у нас вот такая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Качественная мебель также, все будет с доводчиками. Так, алюминиевые окна, термопакет. Вот. Здесь вот такой балкон. Где-то 5 квадратных метров. Общая площадь, жилая площадь. Здесь 70 квадратных метров. Здесь вот такое просторная прихожая. Такая вот. Сюда устанавливается проточный водонагреватель, также шкафчик ставится. Здесь у нас такой просторный санузел. И сюда устанавливается у нас раковина. Так, я поднимусь наверх, так как там уже квартира была готовая. Сейчас. Здесь у нас спальня. Вот такая спальня. Давайте я поднимусь на верхний этаж. Еще на один этаж. Там вроде готовят шоурум. Шоурум будет готов через 2 недели. Так. Вот. Вот эта квартира 1 плюс 1. То же самое, что было внизу, но готовое. Вот здесь шкаф уже встроенный стоит. Он такой глубокий. Сюда будет ставиться стиральная машинка. Как будет готов шоурум, я приду заново отсниму. Сюда ставится проточный водонагреватель. Здесь у нас санузел. Вот такой просторный, не маленький. Качественная дверца душевой кабинки.
Это новая система, как мне объяснили они. Видно, да, как стройматериалы какие хорошие. Так, двери вот. Здесь у нас гостиная. Вот совмещенная с кухней. Высота потолков 268 сантиметров. Здесь спальня. В этом здании продаются 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1 дуплекс. Эту информацию я уточню. Здесь вот еще один балкон. У двухкомнатной квартиры 2 балкона. Это очень, я думаю, что прекрасно, что присутствуют 2 балкона. Здесь будет вид на бассейн в этом блоке. Вот алюминиевые окна, двери. Эта квартира просторная, почти как трехкомнатная. Очень удачный проект. Здесь уже установлены газовые трубы. Ожидается 2-3-4 года, в Алане придут газ, придет газ. Вот здесь у нас еще покажу, что уже стоит. Трубы теплая вода и холодная вода. Сюда будет установлена центральная отопительная система, так что отопление в этом проекте везде присутствует. Нужно просто, когда ведут газ, установить радиаторы. Видите, все есть. Я думаю, что это единственный проект в Алане, который все предусмотрели. Все детали. То, что будет в будущем Алане газ, это уже многим известно. Все. Это была просторная двухкомнатная квартира, 1 плюс 1. Вот такие лифты тут, один там. Ага, на этаже, оказывается, не 4 квартиры. Сейчас уточню. 5 квартир. Раз, два, три, четыре, пять. Так, пройдемте сюда. Напротив лифта двухкомнатные квартиры, но здесь 54 квадратных метра. Вот. 61 500. Минимальная цена 56 500 евро. И вот такой санузел. Здесь жилая площадь 48 квадратных метров. 47-48. Сюда я потом приду. Вот здесь. Спальня 10 квадратных метров. Или 11. Не маленькая. В основном сейчас многие строят 9 квадратных, но это просторно. Вот такой маленький французский балкон здесь, который продолжается в ту сторону. Просторный балкон. Кого интересует план планировки, там цены, информация, обращайтесь, отправлю все вам на WhatsApp, Telegram, Viber. Вот такая мебель будет в этой квартире. Вот такая просторная тоже, не маленькая, несмотря что брутто они считают 54 квадратных метров. Квартира уютная. Рядом присутствует вся инфраструктура для жизни, от маркетов до магазинов стройматериалов, фитнес, митнес и все есть. В этой инфраструктуре также присутствует вся инфраструктура. Все, мы пройдем сейчас к управляющему, он детально все объяснит. Дорогие зрители, пришли мы прямо в офис. Вот такой здесь офис, вот уже фотки стоят, как будет выглядеть. Ну, я сделаю свой монтаж. Это наш строительный, управляющий этого комплекса. Зовут Садыкбей. Здравствуйте, Садыкбей, как вы, как поживаете? Рад увидеть вас сегодня. Строитель этой компании, он расскажет нам все про проект. Садыкбей, sizin şirket hakkınızda, proje hakkınızda bir bilgi almak isterim, müşterilerim duysun. Öncelikle hoş geldiniz. В первую очередь, добро пожаловать в нашу компанию. Спасибо, что вы пришли и хотите рассказать нашим зрителям о нашей компании. Мы занимаемся как торговлей, так и недвижимостью.
Наша компания уже 22 года существует на рынке недвижимости. Мы в основном строим в Голландии, а также в Турции. Этот наш первый проект в Алании, и мы стараемся построить качественный проект, чтобы наши новые жители этой резиденции жили в полном комфорте и гармонии. И для нашей компании самое важное – это качество, комфорт и имя. Если есть у вас какие-нибудь вопросы о проекте, задавайте, я на все отвечу. Я и мои зрители хотели бы узнать о вашем проекте и всю информацию. Я как понял, вы хотите построить очень качественный проект, чтобы этот проект был вашим лицом в будущем на рынке Алании. Наша цель на этом рынке – это качество, контроль и безопасность наших жителей. Это вот наши слоганы компании. И мы будем стараться с каждым днем делать все лучше и лучше. По качеству, по контролю и безопасности. Мы хотим также сделать такой проект, чтобы не было ни у кого на рынке Алании. Здесь жители будут жить, и для многих эта безопасность важна. Так как наш слоган «Контроль, комфорт и безопасность», мы будем стараться делать все лучшее. Вы, наверное, уже увидели, что мы использовали очень качественные стройматериалы, самые лучшие, которые есть сейчас на рынке. Даже вы, наверное, уже показали зрителям в видео, что у нас уже подключена система газа, трубопроводы уже все проведено. Также проведена отопительная система по всем квартирам. Так что можете рассказать про вашу инфраструктуру. Мы обо всем уже обдумали. Для тех, кто будет месяцами, годами жить в этом проекте, не нужно будет выезжать из резиденции, вся инфраструктура будет присутствовать. Я подключу также 3D-фотки, можете все увидеть там в инфраструктуре. Также цены я показал нашим клиентам. Здесь у вас двухкомнатные квартиры, трехкомнатные и также четырехкомнатные дуплексы продаются. Цены я уже вам показывал. Цену у 3 плюс 1 уже продана, квартира продана. В других блоках есть еще квартиры. Как мы обновим цены, мы вам передадим всю информацию. Это второй прайс-лист. Да, я сейчас показываю блок Е, цены. Это Б-блок. Есть еще в других блоках. Кому будет интересно, обращайтесь. Я вам скину весь прайс-лист, и фотки о проекте и планировку. Насчет инфраструктуры мы очень внимательно следим за строительством, за планами, за проектом. В первую очередь наш шеф Имдад Бей, он очень бережительно и очень внимательно тоже рассматривает все варианты, как нужно построить, как нужно сделать, чтобы у людей, которые будут проживать в этом проекте, был полный комфорт. Здесь будет присутствовать очень большой бассейн 240 квадратных метров, хаммам, сауна, джакузи, игровая комната, игровая площадка, массажные комнаты. Ну, в фотках я все вам покажу. Также у нас для зимы все уже сделано. Вся трубопроводы отопительные все подключены. Нужно будет купить радиатор, подключить в квартире, и у вас будет постоянно теплая квартира. Для детей также есть большой теннисный, волейбольная площадка, беседка, зона барбекю. Пейзаж будет очень красивым.
Когда будет сдан проект в эксплуатацию? В договорах какая дата прописывается? Кажется, 30 июня 2022 года. Мы закончим проект до февраля максимум 2022 года. Полностью будет сдана в эксплуатацию. А в договорах у нас прописывается до 30 июня 2022 года. Спасибо вам за информацию. Если ко мне обратятся наши клиенты, по какой оплате я должен дать информацию? 40%, 50% начальный взнос, остальное на 12 месяцев у нас рассрочка. Для вас есть отдельная скидка для ваших клиентов. Дорогие зрители, вы услышали, при оплате 40-50% делается там на 12 месяцев рассрочка. И для меня есть специальная скидка от мистера Садыка. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in the